Ну, что, молчишь? О, дождь закончился. О, закончился, да. Я люблю зверьё. Зверьё – это круто, ребята. Вы поняли, это круто. Бонусы всем подписчикам при покупке в самом дружелюбном магазине гаджетов makov.net. О, это лучше пешком идти. Что-то вообще все бордовое. Я, кстати, не помню, показывал чехол. За 300 рублей в связном нашел. Это единственный дешевый чехол, который можно найти в Москве, наверное, потому что за косарь полторы давать. Да ну нафиг. Да, как мне и говорили, 12 гигов вставил, но все равно свободно гигабайт. Вообще полный бред. iMac, ты меня удивляешь. Какая-то странная особенность компьютеров Apple, вот я не знаю, в особенности iMac, 12 гигов вставил, но все равно свободно гигабайт. Да ну нафиг, куда 16 что ли ставить, куда он его сжирает, непонятно. В итоге мы наконец-то вырвались на улицу. Сегодня, вчера у Миши был день рождения. Миха Черкасов, тебя с прошедшим днем рождения, сегодня пятница. Мы идем к нему на ДР, на шашлыки в лес. Сейчас будем искать, потому что Миша не отвечает, он шифруется. Я не знаю, где они там все сидят, поэтому я не знаю, куда мы идем. Не знаю, Серег. Ну ладно, все, давай. Нет, я сейчас Мише буду дальше звонить. Потому что я не знаю, куда мы идем. Ладно, давай. Выходите, мы вас тоже ждем. Давай. Ну, Серег тоже не знает он. Тоже Миша не может дозвониться. Отлично. Мих, ты супер. Ну вот, фонтанчик. Уже лето настоящее. О, мы нашли вход в парк, который нам нужен. А тут, вон, асфальт кладут. Ничего себе. Прикольно, в Москве что-то все делают, что-то кладут, обустраивают. Мне это нравится. Крутая штука. Как в парке, прикольно. А, темнеет, сейчас, по-моему, часов 11. Класс, класс, класс. Ненавижу здесь гулять зимой, но обожаю гулять летом. И мой браслет Jabone со мной. На самом деле, сколько я им уже второй день пользуюсь, привык, ночной дневной режим. Короче, все прикольно, скидывается прямо на iPhone и можешь отслеживать свою жизнь. Сколько ты там спишь, сколько ты ешь, что там добавляешь, как свой дневник. А я на самом деле сегодня уже позанимался спортом. Инсенити 20-минутная. Выполнено. Прям чувствуешь себя после этого Гераклом. А вот, кстати, в парке дорожки-то совсем не делают. Я помню, когда был маленьким, еще здесь катался на велосипеде, на роликах, вот прям то же самое было. Ну и правильно, что здесь машины не ездят. Все так спокойно, тихо. Наконец-то нашли Миху, он нас довел, Сусанин. У нас целый холодильник и мангал. Мих, ну с днем рождения тебя, поздравляем. Ставьте лайки, комментируйте, поздравляйте Миху с днем рождения. Ням-ням, на руку счет подтягивается, надо идти нам в магазин, потому что сока нам не хватит. Хорошо, Миш, я тебя понял. Вот так вот пришли, приходится идти в магазин, потому что не все купили. А магазин тут рядом. Ну ладно, пройдемся немножко. Привет, птички. Нифига себе, они не боятся. Круто. Им делают кормушки, смотрите. Реально кормушки, а в кормушке осы живут. Улей свит. Ну это сделали. Офигеть. Ребят, смотрите, какая красота. Лето. Это замечательная пора. Отдыхайте. Ну вот сходили в магазин. Такая Илюха добрая душа, сходили в магазин. Ну и несем все обратно. Хорошо до магазина хотя бы минут 10 идти. А то куда-нибудь еще подальше в лес забурились. И не дойдешь. А теперь, короче, как всегда, встречаем опаздывающих. Серегу встречаем. Он не знает, где мы находимся, поэтому лес-то большой. И вот сейчас идем на контрольную точку, чтобы встретиться и провести его куда нужно. Вот, кстати, пруд наш. Ну, народу много уже отдыхает. Офигеть, конечно, тут народу. Ну вот, наконец-то, Серега, наш спаситель, наконец-то нашел меня. Он идет. Эй, сейчас я на него наведу. Вот он, да. Серега, здорово. А вот так некоторые видеоблогеры выглядят, когда они устали. Прикольно. Ну, смотри, какие у нас тусовки тут. Катамараны. Все на прокат. Народ на верех катается. Короче, отдыхают как могут. Прикольно, а чем вы занимаетесь этим летом? Нам. Ну ладно, Инсенити не повредит. Поверь мне.
полку, это будет в двери. Не, не полку, там типа, или можно работать, я как-то ремни себе. Начинаем играть в Activity. Да. Давай, Серег. Мочи. Ты. Человек. Бешеный. Атлет. Макака. Колесо. Акробат. Колесо. Гимнаст. Акробат. Циркач. Не говори. Акробат. Колесо. Да. Акробат. Это колесо? Да, на них показано. Как всегда, очень интересная игра. Макака. Два акробата. Я что тут буду? Первое. Акробат. Акробат первое. Отлично. Давай. Акробатический трюк. Первое слово или второе? Это второе слово? Первое. Первое. Давай дальше. Второе, второе. Второе, давай. Дайте ему показать. Цирк. Квадрат. Акробат в цирке? Цирковой акробат. Циркач. Акробат в цирке. Цирковой... Как это можно читать? Акробат в цирке? Еее! Кто сказал? Акробат в цирке, акробатический номер. Акробат в цирке. Акробат в цирке. Все. Давай, Мих. Пират. Пират. Все, угадал. Я понимаю, что... Но... Пиратский корабль. Пиратский. Первый, пират. Ладно. Пиратский пират пират Пиратович. Ладно, ладно, три слова. Пират в Карибском море. Пираты Карибского моря. Еее! Карибское море. Е, я отгадал, круто. Нормально. Что, начали? Начали, Миша, смотри. Давай, давай. Я ничего не знаю. А, ты же... Ты можешь идти. Нормально. Я там не лицо. Жена. Молодожены, молодожены. Конечно. Брак, свадьба, кольцо, что? Муж жена. Предложение, ты делаешь ей предложение, что? Я чего-то не знаю. Выпить, короче. Ром, раза три. Да? А что ж так сам это? Нельзя показывать. Показывать нельзя. Петро есть. Я плохо. Да хуже, да. Я просто, она еще дети, есть. Что? Это, хорошо, дерево какое-то? Я. Семейное дети? Древо? А, знаешь, спокойно. Дети? Семейное древо есть! Походу сейчас еще ливанет дождь. Костром все сгорит. Да, небо просто серое. Третий раз, на счастье! Давай, я тебя... Слышь, давай, давай. Пока! Пока! Играем, Степан! Миха моет шашлык, просто пипец. Да, все как-то вот так. Так. Нормально. Давай, давай. Ага. Не, ну дальше. Надо спасаемся как можем. Все, переносим мангал, то что пошел дождь. Да, погода нам подфартила. Жесть. Ну ладно, шашлык у нас с собой. Да, с собой. Рома, ты поешься в интернете? Да, да. Меня тоже. Вот так на самом деле мы жарим шашлык, потому что пошел. Потому что пошел офигенный дождь, а наш мангал развалился. Это да, это жесть. Слушай, офигеть дождь, конечно, да. Жесть. Ну, вроде под зонтиком. А может, давай просто заново его, ну, как бы сейчас да. Высыпем и заново собираем. Мы нашли нычку, новый мангал. Сейчас мы будем его собирать и перекладывать угли. А как? Вот сюда его поставь. Давай, Мир, да. Во-во-во, все, вот, все, ну, все. Я примерно так и говорю. Отлично. Отлично. Вау! Вау! Офигенный дождь! Все, ну ничего, мы все-таки пожарим почти шашлык. Чего ты говоришь? Почти кончился. А, да. Мих, как тебе день рождения? Отлично. Нормально, отлично. Да, под дождиком прям. Таиланд напоминает. Вау! О, да. Тропический. Да. А, у меня джабол не мокнет все равно. Ладно. Души говорили, он бы промотал. Не, я нормально мылся прям. Вау! Да, вот это мы попали, но ничего, вроде нас спасают. Отлично, мы все-таки додумались. Да, мы придумали. Мы все уже мокрые, хлам, но ничего. Дождик идет и фотоаппарат пока цел. Денис, походу все наше мясо и весь наш шашлык просто промокли. И нифига тут не сухо. Да, ребят, это очень мокрое и на самом деле сейчас... Мы находимся в самом эпицентре грозы. Не знаю, дождь просто продолжается, и походу сейчас надо будет уже убегать. Мих, твой день рождения просто удался. Да,
дождь и нечего сказать, мы все мокрые. Просто жесть. Ну, что, молчим? О, дождь закончился. О, закончился, да. Ну что, мы двигаемся домой, потому что начался дождь. Дождик идет, мы все мокрые. Блин, Люк, подстава. Паша Куркин должен был приехать, но не приехал. Я думал, сюрприз будет.